В рамках акции «Собери ребенка в школу» активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» вручили школьный набор будущему первокласснику Саше Логинову. Вместе с мамой мальчик приехал в Одинцовский округ из Донецка. Как отметила депутат окружного совета депутатов от «Единой России» Ирина Грабарчук, теперь у маленького Саши есть все необходимое для учебы.